Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Вот, наконец-то на Дальнем Востоке наступает осень, уже, можно сказать, вторая половина сентября, но рыбалки нет. Рыбалки нет, погода дальневосточная не дает порыбачить, много в реках воды, постоянно дожди, и буквально в неделю один-два дня солнечные, а потом дожди. И не получается никак съездить, когда уже дальневосточные, скажем так, хищники начинают уже помаленьку активизироваться и начинают набирать пик своей активности. Вот. Ну и к этому моменту, чтобы уже подготовиться в надежде, что будет погода, я, конечно, воспользовался своим любимым интернет-магазином Maps. И опять заказал свои любимые блесны, на которые я рыбачу много-много лет. Благодаря которым началась моя рыболовная карьера на Дальнем Востоке. Но сегодня я уже не заказал уже не совсем стандартные блесны Maps. И вот сейчас мы посмотрим, какие они пришли. Пришли они, как всегда, хорошо в таком фирменном пакетике Maps. Сразу же, кому интересно, адрес магазина, телефоны. Самое, что интересно, уже несколько раз заказывал блесны Maps в этом магазине, который занимается только блеснами Мэпсом, никаких проблем нету. Очень быстро реагируется на сбор товара, быстрая доставка, все происходит очень быстро. И в данный момент я вот сейчас вот заказал для своих определенных условий. Собираемся мы посетить одну реку горную, но горная она, скажем так, получается в верховьях реки она горная. А в низовьях она имеет такое умеренное среднее течение с большими глубинами. И что меня сподвигли такие условия лова, заказать вот такой вот модель блесен. Честно вам скажу и признаюсь, я ловил много всякими блеснами, но вот почему-то именно такими моделями мне еще ловить не доводилось. Видите, я их всяких разных заказал для пробы разных весов, да, разных цветов, чтобы вот попробовать, как это все будет выглядеть. Сейчас я вам постараюсь объяснить, из каких соображений я вот заказал себе вот такие вот блесенки. Видим, это блесный Maps Long Cast. Вот. Характерное их, скажем так, отличие, это четверка Maps Aglia. Maps Aglia Made in France, все в оригинале. Лонгкаст, это все понимают, дальний заброс. Но вот насколько он дальний, я, конечно, вам не берусь сказать из этого вот широкого лепестка. Но тем не менее, видим, что такой мощный металлический серьезный утяжелитель сердечник, конечно, придаст дальний заброс. Но вот почему я заказал такие блесны. Вот для примера я покажу. У меня очень много блесен мэпсов, да. И мои самые такие фавориты, это, конечно, Aglia Long Heavy. То есть вот такие же самые сердечники тяжелые, да, но лепесток достаточно узкий, что хорошо, благоприятно сказывается на, для работы на горной реке с быстрым течением. То есть вот площадь этого лепестка она уменьшена, да, угол атаки его изменен, он гораздо меньше, чем вот у таких широких лепестков. И, соответственно, благодаря вот этим всем характеристикам, соотношение площади лепестка к его тяжелой массе, эта блесна на быстром течении может провалиться в достаточно глубокую яму, где может стоять какой-то хищник. Как работают эти блесны, в одном из видео у меня есть. Вот даже на такую блесну, на такую большую блесну, номером 3, вес 24 грамма, вы видели у меня на видео, как ловится даже хорюза. Даже вот с таким вот тройничком, да, очень даже большим, смотрите-ка, да. Вот спокойно заглатывают хорюза. То есть на такие блесны кидаются хорюза, кидаются линки. И вот мы какое-то время с другом Андреем ловили вот на такие блесны. Все это видно, блесны эти рабочие, она видно уже такая, вся такая, сердечник пошарпанный, побитый. Вот. Работает очень даже хорошо. Но вот эти блесны я использую на очень быстром течении для заглубления каких-то там ям, приямков, да, после переката свалов, чтобы она туда ушла, чтобы ее не выдавило. А вот сейчас, в данный момент, я собираюсь на
рыбалку, посетить рыбалку, где река в нижнем течении, глубины там еще больше, но и медленнее течение в этом участке реки. Соответственно, такая Аглия Long Heavy тоже будет хорошо работать, но она может просто чересчур сильно заглубляться. А чтобы уменьшить, мне, скажем так, это заглубление, мне придется, как бы сказать, повысить ее скорость проводки. А если я повышу скорость проводки, то, соответственно, будет меньше поклевок. То есть все навращающиеся блесны, кто рыбачит, уважаемые, все знают, да, что вот поклевка происходит, когда ты ведешь такой скоростью, да, когда вот этот лепесток на грани срыва. Только вот тогда происходит вот поклевки. И для этих целей, соответственно, мне вот подойдет вот такая блесна MEPS Long Cask. Отличие между ними мы видим, в принципе, только между лепестками. Вот. Здесь вот я вот что хочу сказать. Все, конечно, рыбачили такими блеснами, как Blue Fox. Видим, что на данной блесне MEPS Long Cask лепесток похожий, как у Blue Fox. Что нам дает? Это дает совсем другой угол атаки лепестка. Его завышенная площадь по отношению к весу, а значит, эту блесну можно вести на более медленной скорости, и всегда будет стабильная, как бы сказать, оптимальная игра лепестка. Такой лепесток, соответственно, будет легче заводиться, да, то есть вы кинули только 2-3 оборота, все, лепесток закрутился, он легче будет стартовать, и можно сделать более медленную проводку, где лепесток будет на грани срыва, в отличие от такой вот Аглия Long Heavy, да, с таким вот удлиненным лепестком в виде ивового листа. Такая блесна сделает более меньшую скорость проводки со стабильно играющим лепестком. Вот, и соответственно угол атаки вот этого лепестка, как бы он у нее больше, соответственно игра более стабильная, она будет как бабочка почти зависать в воде на небольшом течении, и тем самым я смогу ее заглубить на нужную глубину, не опасаясь, что у меня лепесток как бы на этом небольшом течении заклинит, да, будет его сбой или чего. То есть вот для таких целей я вот брал вот такие вот прекрасные блесенки Long Cast. Взял их разных цветов. Кстати, на рыбалку я собираюсь не на этой неделе, а через неделю в это время. Сегодня у нас суббота, а вот через неделю мы вот собираемся поехать на рыбалку. И я вот вам обязательно продемонстрирую. Для этой специальной рыбалки, для этой реки я как раз вот и заказывал в магазине MEPS, в официальном магазине, вот эти вот блесенки. Заказываю я только в этом магазине MEPS, потому что магазин у нас официальный, как бы сказать, работает только с оригинальными блеснами MEPS, что подтверждает по всем маркировкам, видите, Made in France, Франция. То есть блесенки у нас оригинальные, потому что на сегодняшний день существует, можно сказать, хреново куча подделок, и налипать на бабулеты с этими разными подделками, ну, как-то, уважаемые, не хочется. В этом магазине, в официальном, у MEPS одни из самых, можно сказать, самые дешевые цены, потому что они, как бы, официальный представитель MEPS, да? Самые минимальные цены, и гарантировано то, что это качественный, оригинальный товар, тем более это все быстро, хорошо, магазин рассылает, безо всяких задержек, все работает. И вот я себе, видите, разных вот таких вот всяких разных подзаказывал под разные варианты, разных весов, под разные ямы, для перекатов, для всего, разных таких вот расцветочек, которых они выпускаются. Магазин заточен именно только под продукцию MEPS, и соответственно у него есть, можно сказать так, практически вся продукция MEPS, которая существует в природе. Вот чем удобен данный магазин. Ну и, соответственно, по качеству этих блесен, уважаемые, я думаю, тоже ни у кого никаких шибко-то вопросов и не возникает. Все знают качество блесен MEPS. Все через это проходили. Все вот это вот должны понимать и знать, что это те блесны, которые проверенные десятилетиями. Они всегда работают. Работают не только на наших горных реках, они очень хорошо работают на западе, и по щуке хорошо работают. Я бы сказал, даже вот именно для западных рыболовов, в отличие от Аглии Long Heavy, вот с таким вот, да, лепестком, вот такая вот блесна, вот с таким вот лепесточком Long Cast, она даже для, так как там течение медленное, либо озеро, пробить большую глубину, они более предпочтительные вот
для западных рыболовов. И, соответственно, для Дальнего Востока они тоже имеют определенную свою ценность в зависимости от своих нужд. Также вот я еще прикупил вот таких вот блюсинок МЭПС XD 3 номера. Вот я их взял в трех расцветках. Тоже взял для пробы. Всегда видел эти блесны, всегда видел их в продаже. Но, честно сказать, почему-то мне вот не доводилось на них вот именно порыбачить. Ну и в данный момент решил, почему бы и нет. Видите, она вот так вот сделана. Хочется, конечно, попробовать половить. Посмотреть вот такие вот расцветки именно для лососевых пород рыб. Вот. И в следующие выходные, то есть через неделю, мы планируем ехать. И вот на эту речку я специально заказывал в данном магазине именно вот такие вот блесны, чтобы попробовать. Ссылка на этот интернет-магазин, уважаемые, будет у меня под видео, кому интересно. Магазин уже проверенный. Я уже снимал обзор про Аглию Лонг Хэви, вот про такие блесенки, тоже которые я купил в этом же магазине. Народ меня просил дать ссылку на этот магазин. Я давал, народ уже заказывал. Люди, отзывы положительные под видео есть по этому магазину. А сам я, в принципе, уже много-много лет рыбачу вот на такие блюсинки. Они всегда есть в моем арсенале. Ну, что еще хочется сказать. Данные блесны можно точно так же переделать, как видео про Аглия Лонг Хэви. Можно их переделать под разрывные кольца, чтобы ставить вот такие вот разрывные кольчики. Видите? То есть можно сделать, можно сказать, блесну незацепляемой, неубиваемой. Делаются определенные мероприятия с данной блесной. Ставится вот такое вот разрывное кольцо. Каждое разрывное кольцо, они продаются, они рассчитаны на свое определенное тяговое усилие. То есть при определенном его нагрузке, да, скажем так, в килограммах, оно делает сброс тройника. Например, зацепились вы за корягу, дальше тянете, видно, кольцо разжимается, дальше происходит сброс тройника. Кольцо возвращает свою истинную форму, вы берете, меняете тройник, и приманка у вас спасена, и дальше вы рыбачите, сколько вы хотите. Но тут надо учитывать такой момент, что шнур у вас должен хотя бы на пару килограмм стоять по разрывной нагрузке больше, чем разрывная нагрузка самого кольца. Тогда все у вас получится, отрегулированный фрикцион, рыбы сходов практически нету. В среднем я скажу, сколько мне доводилось пользоваться. Это вот разрывное кольцо на 4,5 килограмма. Даже вот 4,5 килограмма позволяло мне вытащить рыбу до 6-7 килограмм. Были, конечно, у меня за всю свою практику 2-3 сброса на этих колец. Но там просто было непомерно большая рыба, которая просто раза в 3 превышала номинальную нагрузку этого кольца. Так что, если кольцо стоит на 4,5 килограмма, на 5, на 6 килограмм вы спокойно заберете рыбу безо всяких проблем при работе фрикциона, а то еще и больше. Вот. Так как на данной блесне Лонгкаст у нас такой же сердечник, по такому же механизму можно сделать и переделку этой блесны под эти вот заводные кольца. Если вам это интересно, уважаемые, пишите под видео, как это сделать. Я сниму отдельное видео, как это делается. Но для чего это делается? Для того, что вот у этих колец есть особенность. Они в форме овала. Если их поставить обратной стороной, да, то есть оно перевернется обратной стороной. Вот видите, здесь оно не переворачивается, потому что сделано определенное мероприятие с блесной. Заужена вот эта вот ушка, и оно не может перевернуться по-другому. А если оно перевернется по-другому, оно сбросится у вас вместе с тройником. Чтобы этого не происходило, приходится сделать некоторые переделки и доработки данного сердечника и данной блесны. Вот. Уважаемые зрители, так что вот в ближайшее время я поеду, хочу половить этими блеснами. Нас собирается определенная команда. Если все получится, команда будет обширная. Будут люди, которые в жизни никогда не ловили на этой реке. Будут люди, которые вообще никогда как бы толком не ловили этих горных хищников, там линка, хариус, тайменя. И как для новичков, я вот именно заказал вот эти блесна, чтобы люди начинают запариваться, какую мне приманку купить, чтобы поймать. Я говорю, мужики, говорю, не парьтесь, я говорю, куплю блесны, все, говорю, вам дам,
Это гарантированно проверено. Это вот как раз та приманка для начинающего, для и не только начинающего, и уже хорошо такого понимающего и обученного рыболова, которая работает, про нее не надо забывать. И я обязательно видео затестил вот именно это лонгкаст, и не только лонгкаст, я говорю лонгхэви. Мы тоже вспомним, как она работает. Работает она безупречно. И мы половим наших леночков, таймешков. И у меня вот именно большие надежды вот с этой вот блесной, что я смогу ее заглубить в большую глубокую яму метра на 2, на 3, может быть на 4. И сделать там минимальную проводку дна, что, конечно, должно соблазнить гигантского линка, либо очень такого хорошего таймешонка на поклевку. Так как уже осень, линочки уже должны скатываться, они должны останавливаться в этих глубоких ямках, медленно текущих на свалах, на этих, куда сдувает вся струя, должны уже концентрироваться. Ну, так как на Дальнем Востоке происходят все... С погодой такая вот фигня, кругом дожди. Конечно, не хотелось бы нарваться на большую мутную воду. На большую мутную воду, которая может испортить всю рыбалку. Но рекомендую вам, уважаемые зрители, данные блесны. Рекомендую данный интернет-магазин Maps, который именно занимается, как бы сказать, реализацией всей существующей продукции Maps. Ну вот, уважаемые, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.